Праздничные мероприятия продолжают радовать жителей Тараза. Сегодня в областном центре прошел молодежный флешмоб под названием «I love Astana». Синхронный танец студентов Жамбылского политехнического колледжа передал не только любовь к родине, но и главному городу нашей республики и сумел продемонстрировать патриотизм и потенциал подрастающего поколения. Жители Тараза стали свидетелями танцевального флешмоба, организованного в честь столицы нашей страны – Астаны. Идея организации мероприятия принадлежит молодежному ресурсному центру. Участники – активные студенты Жамбылского политехнического колледжа, оказались не просто творческой молодежью, но и сумели внести свой вклад в празднование 25-летия нашей республики, продемонстрировав свою любовь и почтение главному городу страны. Сегодня мы подготовили флешмоб на тему «I love Astana». Мы посвящаем наш флешмоб независимости республики. Мы желаем всем добра, мира и благополучия. По словам организаторов молодежного шоу, подобное мероприятие – прекрасная возможность привлечь студентов к празднованию важных событий страны, а также осведомленности в достижениях республики за 25 лет независимости. Астана – центр евразийского пространства, одно из достижений нашей страны. Целью данного флешмоба является пропаганда среди молодежи 25-летия независимости Казахстана, а также отметить на должном уровне 25-летия. Все данные мероприятия мы проводим с молодежью Жамбылского политехнического колледжа. Они таким образом проявляют свою активную гражданскую позицию. Шаг за шагом приближаемся к знаменательной дате для всех жителей молодого, но амбициозного государства. Праздничная атмосфера в нашем городе – прекрасное тому подтверждение. Малика Искандер, Ермек Еншимбек, 77 News.